Здравствуйте, дорогие друзья. Снять это видео меня натолкнуло на мысль. Довольно частые вопросы в группах ВКонтакте, на форумах, так сказать. А что мне делать с рассадой? Я ее уже высадила в теплицу. Она обещает заморозки минус 5, минус 2 градуса. Не могу однозначно сказать. В первую очередь не высаживать так рано в теплицу. Я имею в виду, конечно, жителей северных регионов, где у нас погода очень изменчивая. Сегодня может быть плюс 25-27. Ощущение такое, что уже пришло тепло, пришла весна, а послезавтра ударить небольшой мороз, возвратные заморозки. Как правило, угроза возвратных заморозков до первых чисел июня, во всяком случае у нас на северо-западе, возможно, очень сильно. Вот в том году, например, я высадил кукурузу, фасоль уже в открытый грунт 29-30 мая. 4 июня хлопнули возвратные заморозки. Итак, кукуруза и фасоль, что я высадил в открытый грунт, успешно замерзла. Хорошо, что я высадил не всю рассаду, у меня еще оставалось. Можно было что-то пересадить. Как я делаю? Да, нам хочется быстрее с подоконников все посадить, чтобы рассада не вытягивалась, чтобы она была красивая. Лучше росла. Ну, вынесите в таком случае в парник, в теплицу вернее, сделайте вот такой туннель и накрывайте на ночь сверху с панболом. Я для пущей верности накрываю еще и пленкой. Ну, в принципе, если нет заморозков, сильного похолодания, то, в общем-то, этого хватает, рассада не погибает. Но при наличии минуса, в принципе, пленка из панбол может не спасти. Для этого я ставлю вот так вот обогреватель сюда. Само собой, он у меня не включен постоянно. Вот именно сейчас прогноз погоды каждый может посмотреть. И вот на ночь я его включаю. Ну, должен каждый для себя подобрать в зависимости от размера этого тоннеля, мощность этого обогревателя, чтобы, опять же, рассаду не сварить. Такое тоже может быть. Ну, и, в общем-то, вот уже сколько лет уже, ну лет 7, наверное, 8, я вот таким образом поступаю. Да, все равно она здесь немножечко вытягивается. Это не как посажена на свое постоянное место в грядку. Но тем не менее, она гораздо лучше, чем на подоконнике. Вы сохраняете рассаду, вы не дергаете, что она у вас погибнет, замерзнет. Она прекрасно вот так растет. И говорю, где-то к концу мая, ну, можно высадить теплицу. Все-таки вероятность того, что в теплице при маленьком минусе на улице, что она подмерзнет. Хотя вероятность такая возможна. Поэтому говорю, спешить не стоит высаживать ее. Ну и само собой, высаживая в теплицу, оно день-два может быть жаркой погоды, и потом вроде плюсы идут. Лучше померить температуру грунта, потому что если он не прогрелся там до 15-16 градусов, высаживать тоже в теплицу рановато. Вот так я делаю. Вот у меня, видите, баклажаны, перцы. Снова баклажаны. Я их раньше не сажал, в этом году меня расперло. Решил попробовать. Куча сортов сделана. Вот это, которое крупное, у меня посажены 23 февраля были посеяны. Просроченными семенами, которые просрочены были на 2-3-4 года. Здесь два сорта, Король Севера и Алмаз. Ну, а здесь уже вот эти, которые поменьше, я посадил недельки на 2 позже их. Вот какая разница мощная, да, получилась. Посадил на 2 недельки позже, тут у меня уже больше сортов. Потом расскажу про них отдельно. Вот у меня и кукуруза здесь есть, он только-только всходит. Само собой, томаты, тоже кукуруза. Ну, а баклажаны говоря, кабачки, огурцы, фасоль, я буду тут только вот на днях высевать, так сказать. Тыквы у меня уже посеяны, уже всходят потихоньку. Вот говорю, не надо спешить, не надо. Оно хочется, но может быть получится хуже, чем того бы хотелось бы. Кстати говоря, вот тут цветочки какие-то, бархатцы. Здесь цветочки, вот смотрю, синие и еще что-то. Ну, петрушка, сельдерей, ее можно, в принципе, выставлять. Они сильно заморозков не боятся. Лук вот тоже спокойно можно выставить.
можно, в принципе, наверное, уже и высаживать. Я их не укрываю. Капуста тоже похолодания не боится. Вот она у меня стоит отдельненько. В принципе, даже при маленьких заморозках ее можно не убирать под укрытие. Вот. Я говорю, много места у вас не займет, больших трудов это сделать такую халабуду не понадобится. Берете, делаете, и спокойно она у вас стоит и растет рассада, говорю, ну хотя бы до середины конца мая. А уж в начале апреля, как некоторые поступают, считаешь, высаживать ее в грунт, нет никакого смысла.